Сколько нужно миллилитров филлера для увеличения губ? Посмотри это видео, ты узнаешь, сколько миллилитров нужно именно тебе. Меня зовут Селин Евгений, я косметолог и ординатор пластической хирургии. Подписывайся. Первое. Важно понимать, что ты хочешь от процедуры, увеличить или просто увлажнить. Второе. Даже не думай про 0,5 миллилитров, будет мало. Третье. Увеличение можно добиться не только объемом препарата, но и техникой введения. Подробнее в описании и в актуальных губы. Теперь ты знаешь.